Где же мои ключи? Так, аккуратно. Главное, ничего не потерять. И так каждый раз. И все-таки стикеры – отличная вещь. Ауч! А, вот они! Как слепит! Нормально. Я ничего не вижу. А, я ничего не вижу! А, мои глаза! Как жаль. Что здесь происходит? Мой любимый рюкзак. Ой, прости. Твой рюкзак, как и тебя, надо было уже давно выкинуть. Ты, твое богатство опасно. Моя голова. Она нам просто завидует. Моя прелесть. Она его целует? Да. Ты думаешь, если ты богаче, тебе все можно? Да. Хочу вечеринку. Видела? Теперь ты. Легко. Хочу вечеринку. Какой кринж. Мне плохо. Спасибо. Надеюсь, что мы больше не увидимся. Вообще-то, мы учимся в одном классе. Да. Ой, а это может мне пригодиться. Это ваше. Ну, я, наверное, пойду. И получается, упрощая данное выражение, приходим к выводу, что квадрат катетов... Да что там такое? Ого! Посмотри на этот рог! Смотри, никого не забрызгай! Ого, так это тренд получается? Как? Что? Не-не-не-не-не-не. Нужно это срочно исправить. Мистер Лей, можно выйти? О, да, куда? В туалет. Да, идите, идите. Кто это? О, поняла. А что у вас? Это. О май гад, какой ужас. Не переживайте, мы все исправим. Так, теперь вот это. Угу. Ну что там? Есть еще одно средство. Так. Ну вот, вроде получилось. Держите. Угу. Или нет? И это, по-вашему, получилось? Я сделала все, что могла. Вы ничего не сделали! Справедливо. И что мне теперь делать? Как мне теперь идти в школу? Кажется, я кое-что придумала. Ну же, давай. Надо это исправить. Теперь посмотрим, кто из нас уродина.
Тренд, прыщи? Не может быть! Да, тренды меняются. Прыщи теперь в моде. Смотри, а у меня тоже прыщ. Маленький, но прыщ. Смотрите, у меня тоже есть. Милая, это подделка. Это оригинал. Надеюсь, мода быстро поменяется. Пойдем. Здравствуйте, мистер Лэй. А, Люси, чего тебе? Мы хотим узнать оценку за тест. Кто же тут купил новый айфон? Это же я! Вау! Он что, существует? А можно прекратить? Смотрим только на расстоянии. По очереди смотреть можно только 5 секунд. Стоять! Я учитель, и я первый. А можно? Ты не смотри, еще заляпаешь его своим взглядом. Что? Почему? У меня тоже есть телефон. Но он ужасный. Нет, ну вот теперь вообще никакого телефона. Это самый ужасный телефон. А вот и нет. Возьму и куплю себе айфон. Так, сколько он стоит? $1200. И где мне их взять? Открывай уже, кто там застрял? А, занято. А если... О, сколько можно, я хочу пипи! Время заработать! Подходим! Платный вход? Да, такие правила. Хотите пипи, платите. Ладно. А что происходит? Я пойду первая. Эй! $2. $100. $1100. $1200. У кого-то будет новый айфон. Вход $10. Вход платный. Мисс Алекса. Здравствуйте. Был платный, а стал бесплатный. А кто это у нас тут? Новая уборщица? О, Софи, а можно посмотреть твой новый айфон? Нет. Ладно. Так, а где мое сокровище? Нет. Где же мое любимое яблочко? А вот оно. Яблочко, яблочко. Не сегодня. Да. Жду. Чужие вещи брать нехорошо. Ну ладно. Здравствуйте, я ваш секретарь. Чудесно. Сдаем тест. Что это?
Это математика, а не урок рисования. Смотри, как у Софи все аккуратно. Но это даже не она писала. Это не она писала. А кто? Ваш кофе. А, мистер Лей, кофе? Нет, спасибо. Да вы издеваетесь. Перепишешь после урока. Все, свободно. О, я смотрю, вы подружились. Да. Молодцы. Кстати, у меня для вас новость. Мы объявляем конкурс на лучшую ученицу года. И вы обе участвуете. Обе? Советую подготовиться. И удачи вам двоим. Спасибо. Отдай. Отдай. Это дали мне. Посмотри, что ты наделала. Зато у каждой теперь есть свой. Ну, я пошла готовиться. Соревнование начинается. Ну а в тестах я точно лучше тебя. Нет. Нужно вспомнить все, что говорил учитель. Я заговорил внимательно слушать. Геометрия, ха. Химия, ха. Алгебра. Я как победительница должна выглядеть сногсшибательно. Готова. Я бы на твоем месте так сильно не радовалась. Вы опоздали! Так нечестно! Ты же не думала, что я такая же бедная и глупая, как ты? О, кстати, а что с твоим тестом? Мистер Лей. Это ужасно! Но там же все правильно, ну проверьте! В первом раунде побеждает Софи. Раунд 2. Состязание на силу! Всем приготовиться! Тут тебе точно никто не поможет! Без шансов, дорогая. Начинаем! Начинаем! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Улыбка. Воу, не так быстро! Остановись! Ну, ракета! И это все? Сейчас, сейчас, секунду. Все. Она просто монстр. И это все? Все. Ну что ж, подведем итоги. Взвешивание.
Да! Кажется, у нас есть победитель! Подождите, еще есть я. Это было ожидаемо. А, я кое о чем забыла. Ага, ну вот теперь все. Не может быть! Вау! Голосуем, голосуем! О, очень интересно! Ставим лайк моей популярности. Каждый лайк – $100. Вау! Класс! Ой, а ты страшный. Не голосуй. А я? Давай быстрее. Пожалуйста, если вас не затруднит, ставьте лайк. Эх, я не выиграю в конкурсе. Но зато я могу найти настоящих друзей. Давай, давай. О, деньги! Если я выиграю, то я подумаю об этом. Готово. Кто хочет стать моим другом и получить ответы на тест? Тесты! У-ху! $100? Нет! Ну вы куда? Ты мне нравишься. Я ставлю тебе лайк. Спасибо. И я. Спасибо. Это так неожиданно. Получается, мы теперь друзья? Лучшие друзья. Вау. Все равно я уже победила. А вы все неудачники. У тебя такие красивые значки. Спасибо, я сама нарисовала. Кубок, конечно, не золотой, но пойдет. Цветы, конечно, так себе. Можете приветствовать самую лучшую ученицу в школе. Эй! Я вам говорю. А вот и оно! Алекса! Ты такая молодец! Я болела только за тебя. Но я же проиграла. Для нас ты победитель. Вот, держи. Спасибо вам. Смотрите. Все мои фоны. Такая классная. Ты такая крутая. Там вулкан. Где? Ничего нет. Да ты противная. Еще и обманщица. А пойдемте лучше в столовую. Отметим. Да. У-ху! Вы куда? А как же праздничная фотосессия? Ни фотосессии, ни друзей. Что это? Держи это тебе. Держи. Это тебе. Ребята, ну не надо было. Надо. Держи. Сегодня у нас праздник. Мне кажется, не хватает только одного. Не надо, Софи. Мне кажется, это твое. А как же ты? А у меня уже есть награда, если ты не против. Я только за. Ну что ж, теперь есть маленький подарочек для всех. Заносите. Вау! А что, сейчас время обеда? Сейчас время друзей! Мне нравятся эти девчоночки!